Большая часть сотрудников Apple, которых уволят из команды автомобильного проекта Project Titan, это инженеры. Месяц назад стало известно, что Apple сократила команду проекта Project Titan на более чем 200 человек. Тогда подробностей не было, разве что представитель Apple отметил, что компания все еще возлагает на проект большие надежды. Напомним, в рамках Project Titan купертинский гигант занимается разработкой технологий для беспилотных авто, а также, возможно, непосредственно созданием такого автомобиля. Сегодня стало известно, что почти все уволенные сотрудники – инженеры. Если точнее, всего будет уволено 190 человек. Официально они перестанут работать в Apple 16 апреля. Из 190 человек 22 – инженеры программного обеспечения, 33 – инженеры аппаратного обеспечения, 31 – инженеры по проектированию продукта, еще 38 – инженеры общего профиля. Аналитики считают, что увольнение связано с падением продаж iPhone. То есть, таким образом компания пытается сократить расходы. Правда, учитывая финансовые возможности Apple в целом, такая причина выглядит не очень правдоподобно.